Уж ты гой еси, люди добрые, старина новизне низко кланяется. Собирайтесь-ка вы, люди добрые, не в дорожку путинку ближнюю, а в далекое-то путешествие, необычное, непривычное. Ох, да не за 100 верст, не за 1000 верст, а за 1000 лет против времени. В истории нашей страны происходило много войн, битв и сражений. В разное время поднимались на Русь иноземные полчища. Но смело выходили на бой наши предки. Всегда находились герои, воины, богатыри, готовые в трудное для Руси время встать на защиту родных границ и народа. Народ всегда гордился своими защитниками и складывал о них песни и сказания. Русские народные эпические песни о богатырях, об их огромной силе и подвигах назывались былинами, старинами и побывальщиной. Сказывали былины сказители, баяны. Звучала былина нараспев медленно, плавно, степенно. Бережно хранили люди такие песни-былины и передавали их из уст в уста. Под славным городом под Киевом, на тех, на степях наднепровских, стояла застава богатырская. Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алёша Попович – самые любимые и известные русские богатыри. Как стражи Святой Руси стоят они у заставы богатырской, мимо которой ни зверь не проскользнет, ни птица не пролетит. Остановились в поле 3 всадника, замерли под ними разгоряченные кони, как будто опасность в степи почуяли. Богатыри повернули головы, зорко вглядываются. Уж не враг ли там вдали? Посреди на вороном коне Илья Муромец. Это он победил страшного соловья-разбойника. А когда в бою палицей своей размахивал, падали враги кругом замертво. Внимательно и спокойно всматривается Илья вдаль из-под руки. В темных глазах смелость, твердость, уверенность. Доброе лицо сурово. Илья Муромец справедлив, всегда стоит за правду и суров к врагам. Он лишен бахвальства, корысти и зависти. А ведь Илья Муромец не сразу богатырем стал. Родился он в селе Карачарове под городом Муромом. Сидел он сиднем 33 года на печи, борясь с недугом. Ни рукой, ни ногой шевелить не мог, пока не пришли к нему 3 старца и не исцелили его водой. Встал Илья на ноги. Благословили его старцы защищать русскую землю.
На коне Илья сидит уверенно, свободно. Седло ему, как дом родной. Круглый шлем обхватывает голову, прижимает седые кудри. Мощное тело охраняют щит да крепкая кольчуга. Острое копье, знаменитая пудовая палица с колючими шипами, меткие стрелы – все говорит нам о характере этого воина. Любит богатырь родину и честно служит ей. А жил ли такой богатырь на самом деле? В пещерах Киево-Печерской лавры покоится святой, имя которому Илья Муромец. Доподлинно известно про него только то, что он был монахом, ростом велик, а левая рука его пробита копьем. Вот и все, но людское предание признает в святом Илье Муромце того самого богатыря, о котором слагались былины. По правую руку от Ильи Муромца Добрыня Никитич на белом коне. Богатырь знатного происхождения, сын рязанского князя, дядя киевского князя Владимира. Крепкая рука выхватывает тяжелый булатный меч из ножен. Острый взгляд решительно устремлен во вражескую сторону. Рвется в бой русский витязь. Добрыня храбр. Искусен в боях, плаванье, стрельбе из лука. Он сражался с крылатым змеем Горынычем и победил его, освобождал из полона русских людей. На груди его золотая красивая цепь, парчевой узорчатой каймой, украшена понизу рубаха, поверх тонкой кольчуги еще крепкая броня надета. Шлем фигурный на голове с высоким шишаком. И красный щит, и ножны тоже нарядно украшены. Алёша Попович, третий всадник, родился в семье ростовского священника. Главный его подвиг – победа над Тугарином, сыном змея Горыныча. Взгляд у него мечтательный, тихий. Он тоже храбрый и смелый воин, а берет ловкостью, быстротой и находчивостью. Алёша и воин, и гусляр, и петь, и воевать умеет. Хитер Алёша, голову наклонил, не смотрит в сторону врага, а лишь глаза косит. Да тугой лук держит наготове. Под стать богатырям и кони. Конь Алёши будто повторяет характер хозяина, опустил длинную шею, мирно тянется к траве, спокойный, неторопливый. Горяч, нетерпелив, как и сам Добрыня и его белеюшка. Первый опасность почуял, напрягся, задрожал весь. У Ильи конь Бурушка. Вороной конь тяжел, могуч, стоит, точно в землю врос. Шею изгибает, огненным глазом косит, гривой потряхивает, к бою готов. За могучими плечами богатырей леса, холмы, небо, родина, раздольная Русь вырастила и отправила богатырей на свою защиту. Богатыри земли русской готовы стать за честь родины, врагу не пробиться через эту защиту.